Всем привет! Видео по просьбе моих зрителей. Народ советует просверлить дырочку и зафиксировать лезвие при помощи заклепочки. Ну, нужные заклепочки я не нашел. Нашел такой кусочек алюминиевого провода. Сейчас быстренько подгоним диаметр под вот это вот отверстие. А без токарного никак. О, оно. Теперь лезвие необходимо закрепить. Вот как-то так. Ничего другого не придумал, как при помощи магнитов от жесткого диска. Еще немножечко. Оно. Заклепочка диаметром 3,5 и сверлышко диаметром 3,5. Попадаем. Хорошо, теперь берем ручечку, одеваем и сверлим отверстие. И еще немножко. Насквозь сверлить не буду. Снимаю лезвие. Вставляем ручечку. Затем заклепочку и забиваем молоточком. Все окей. Все окей, все окей. Лишнее откусим. Чуть подровняем напильничком. Самую малость. Теперь подправим молоточком. Все окей. Лезвие зафиксировано. Никуда оно не убежит, я думаю. Как-то вот так. И всем спасибо за внимание.